Российские туристы, застрявшие в Шри-Ланке, пытались нанять чартер за 14 миллионов рублей. Россияне не могут вернуться домой из Южной Азии из-за установленных ограничений. Так, рейсы в первую очередь организуют для тех, кто покинул Российскую Федерацию в этом 2020 году, а не раньше. К тому же действует правило, самолет летит только в один регион и не принимает пассажиров из других регионов. В результате многие туристы до сих пор не могут дождаться возвращения. В подвешенном состоянии сейчас и астраханка Вероника Стригунова. Вероника в конце сентября прилетела на остров и до сих пор остается на Шри-Ланке. Она сейчас на связи со студией. Вероника, добрый вечер. У вас сейчас закончился контракт и рабочая виза. Где вы сейчас проживаете? Есть ли какие-то сбережения? Я сейчас проживаю у друга. У меня так случилось, появился отличный друг, и его семья приняла меня, потому что сейчас в данный момент очень сложно платить за проживание, а так как я жила в Коломбо в центре города, цена там примерно такая нормальная. Вот. Да, сбережения кое-какие есть на всякие крайние случаи. Но я вот так подумала, посмотрела на всю ситуацию и, ну, на жизнь здесь пока есть. А есть ли какая-то возможность получить там, на острове, рабочую визу у вас и найти работу, пока вы там все равно находитесь? Ну, так как я работала в туризме и вообще я сюда приехала работать в туризме, известно, что эта область сейчас стоит, и неизвестно, когда, непонятно, когда это все возобновится. Поэтому в данный момент я не могу найти работу здесь, на Шри-Ланке. Но вообще, теоретически, это возможно. Вероника, подскажи, пожалуйста, обращалась ли в диппредставительство России на Шри-Ланке? Что тебе там говорят? Как действовать в твоей ситуации? Ты ведь не одна наверняка там такая. Я тут не одна, я слежу за чатом людей, которые здесь остались, но нет, я никуда не обращалась, просто потому что я почитала, посмотрела, я как наблюдатель такой тайный, тот человек в чате, который все читает, но помалкивает. Я посмотрела, почитала, но большого толку я, для меня, я такой вывод сделала, обращения пока нет. У меня виза до 12 мая, автоматически продленная. После этого я уже буду думать, что делать, потому что на самом деле, ну, хотелось бы здесь переждать. Здесь все-таки условия хорошие. Подскажи, какие дальнейшие планы? Что планируешь делать? Ну, я хочу попробовать остаться здесь как турист, так как у меня сейчас резидентская виза. И ее автоматически продлили, я спокойна. А дальше я хочу попросить туристическую визу и остаться здесь настолько, насколько это возможно, и попытаться уже переждать вот этот момент, пик, и попытаться найти работу, потому что все-таки здесь, ну, здесь хорошо, мне здесь нравится. Вероника, ну согласна, Шри-Ланка, наверное, не самое плохое место на Земле, чтобы переждать карантин. Я тебе желаю здоровья, ну и возвращайся домой, если захочешь.